1 600 000 000 рублей в год на содержание детских садов тратит дошкольная организация «Алмазик» в Мирном. Финансирование учреждения идет из трех источников, 1 000 000 000 из которых вносит учредитель «Алроса». Остальные 600 миллионов поступают на их счет от государства и родителей. С января 2017 года размер родительской платы повысился на 20%. С чем связано повышение цен, узнавали наши коллеги из Алмазного края. Плата за детский сад с января 2017 года выросла на 20%. Услуги дошкольных учреждений стали дороже на 1200 рублей в месяц. Родители не понимают, с чем связано такое подорожание. Вы в этом году уже платили за садик? Да. А разницу заметили? Да. Как вы к этому относитесь? Ну так. Конечно, отрицательно отношусь. Как еще можно относиться, когда повышаются цены? Ну, для нас это нормально, в принципе, для нашей семьи. Ну, я думаю, что для других это существенно. А сколько у вас детей? Один пока. Ну, может быть, для многодетных, наверное, это существенная разница. На 20% подняли цену. Как вы к этому относитесь? Ну, конечно, много же. Ну, а что, кушать много, что ли, господи? У меня вот, например, многодетная семья, и для меня это дорого. Теперь за один день в детском саду родитель должен заплатить 324 рубля. Это на 54 рубля больше, чем в прошлом году. Как руководство «Алмазика» объясняет такой резкий скачок цен? Ежегодно, в течение, наверное, уже 3 лет подряд, у нас инфляция на все наши продукты и услуги составляет от 7 до 15%. Таким образом, размер индексации родительской платы частично у нас произошел за счет инфляционного фактора. Размер оплаты зависит от требований, предъявляемых законом об образовании. Содержание одного ребенка в детском саду «Алмазика» теперь стоит 54 тысячи рублей в месяц, а не 40, как раньше. 10 тысяч за ребенка платит государство, 37 – работодатель «Алроса». Остальные 7 тысяч доплачивают родители. В эту плату входит стоимость продуктов, зарплата поваров, медицинских работников, уборщиц и приобретение расходных материалов. Елизавета Кочетова, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».